В специальных ограничительных зонах в эти дни находятся и атлеты, вернувшиеся с международных соревнований и сборов. Более 700 спортсменов проверены на наличие коронавируса за последние два месяца, сообщил РНПЦ спорта. Сейчас он, к слову, реорганизован, сокращен прием по плановым медосмотрам. Больше внимания уделяется обращениям спортсменов с признаками катаральных явлений, а также с повышенной температурой. Что же касается ограничительных зон для спортсменов, их 4. Спортивно-оздоровительная база «Крыжовка», база отдыха «Галактика», а также два РЦОПа в Раубичах и Заславле. На первом этапе работы было важно проверить все международные делегации, участвующие в соревнованиях на территории Беларуси. На втором всех наших атлетов вернули на родину. Сейчас начинается третий этап. Мы уже должны сохранить здоровье спортсменов непосредственно в период подъема заболеваемости непосредственно в нашей стране. Это осуществляется также по нескольким направлениям. В Министерстве спорта создана мониторинговая группа и штаб, который это контролирует, создан план мероприятий. Им также проводится ежедневный контроль входной, тройной. Это термометрия, это наличие катаральных явлений или жалоб, и это дезинфекция. Сейчас за пределами страны находится 7 спортсменов, 6 из них в России в отпуске и еще один на учебе в США.